Бендеры – центр, перекресток улиц Ленина, Суворова. Один из самых оживленных в городе. Здесь нередко пешеходы нарушают правила. Бегут, торопятся и не обращают внимания на машины. Вы всегда переходите дорогу на зеленый свет или бывает на красный тоже? На зеленый только. Вы знаете, что когда вы переходите дорогу, наушники необходимо снимать? Ну, здесь поэтому не снял наушники. Нужно снимать. Для чего? Как вы считаете? Чтобы слышать звук машины. Абсолютно верно. Несколько раз в год сотрудники ГАИ проводят специальные рейды, чтобы еще раз напомнить пешеходам и водителям о правилах движения на дорогах. Как вы считаете, пешеход должен себя обозначить светоотражающими элементами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости? Да, потому что если машина ночью не заметит, то может его сбить. Абсолютно верно. У нас сегодня проводится профилактическая операция «Пешеход». Хочу вам подарить такие светоотражайки. Если можно, я наклею вам на рюкзачок. А также подарить такие памятки. Спасибо. Вы потом ознакомитесь. По статистике, значит, за два месяца 2024 года в республике произошло 7 аварий, связанных с наездом на пешеходов, в результате которых один человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. Если в прошлом году большинство аварий произошло по вине водителей, то с начала этого года по вине пешеходов. В ГАИ говорят, чаще всего под колеса попадают дети. Они перебегают дорогу в неположенных местах, идут на красный свет. Невнимательны и пожилые люди. Госавтоинспекторы в рейдах, если видят нарушения, пока предупреждают. Дальше будут штрафовать. К примеру, перешел дорогу не по переходу, заплатишь 92 рубля. А если не пропустил на зебре пешехода, водителя оштрафуют на 184 рубля. Операция «Пешеход» продлится до 7 марта.